В детском саду Кюнчен Якутска состоялся второй республиканский фестиваль по шахматам. Победители дистанционной олимпиады из всей республики приехали посмотреть театрализованное представление. Там же состоялась церемония награждения. На празднике побывала наша съемочная группа. Во второй республиканской дистанционной олимпиаде по шахматам Игоря Сухина среди дошкольников и младших школьников приняли участие более 500 детей Якутии. Особенность олимпиады в отсутствии турниров. Дети выполняют поставленные задачи один на один шахматной доской. Главная цель – повышение интеллектуального потенциала детей. Малая академия наук запустила проект с прошлого, 2015 года, запустила проект «Шахматы дети». И у нас 121 образовательная организация, это детские сады и начальные школы, они выучили своих педагогов на курсах повышения квалификации по шахматам. Проводили курсы сам Игорь Георгиевич Сухин, мы его приглашали. И, соответственно, теперь каждая дошкольная организация и те, кто в проекте, 121 образовательная организация, имеют педагога до образования по шахматам. На церемонию награждения приехали более 20 юных шахматистов со всех районов республики, занявших первое место. Помимо занятий в образовательных учреждениях, дети оттачивают свое мастерство в турнирах с родителями. Я хорошо, очень хорошо играю. Люблю. Кто тебя научил? Мама. Пока в образовательных учреждениях обучают шахматам, эта настольная игра не утратит своей актуальности. Подтверждение тому 109 детей со всей Якутии, для которых это стало больше, чем увлечением. Родители уверены, шахматы – лучшая альтернатива компьютерным играм. Юлия Великодная, Юрий Филиппов, НВК Саха, Якутск.